Привет! Продолжаем проходить игру. Игра на самом деле, честно говоря, какая-то она, ну, как бы для человека, который вообще первый раз вообще видит эту игру, вообще не знаком с этой вселенной чужих и как будто бы... Ну ладно, пытаются нагнать страх, ну страх-то надо... Лифт уехал. Ну, в принципе, уже страшно, понимая то, что в любой момент, короче, тут может что-то высунуться. Начинается такой хоррор, короче, жесткий. Я так понял, это не шутер, это такой хоррор. И мы без оружия. Реагируем на музыку. Потому что в случае нагнетания музыки мы должны делать вот так вот. И типа здесь, может быть, мы сможем увидеть этого ксеноморфа. Так, а сохраниться мы можем? Чё это? И чё это? Стабильная система, транзиция. Приносим глубочайшие извинения за перебои в работе транзита. Сотрудники компании Севастополь Транзит благодарят вас за то, что пользуетесь нашими услугами. Мы не пользуемся вашими услугами лишь только потому, что ваши услуги не работают. Подключить энергию. Е. Я нажимаю Е. Ни хрена не понял. Но... Мы заботимся о вашей безопасности. Просим вас немедленно сообщать о неполадках в работе транзита. Вызвать транспорт. Короче, это что-то место транзитное, куда я типа, короче, еще-то должен прийти. Что я здесь опять делаю? Что сделал? Ладно, такой перепуганный, типа, бегаю. Люди-психи ходят. Монстр-псих ходит. Да ну нахуй, блядь! Тут дебилы бег ходят, короче. Людей боятся, блин, ксеноморфов боятся. Всех боятся, цель неизвестна. Так, задача попасть в центр связи. Окей, центр связи у нас где? Центр связи у нас там. А, это там, откуда я бежал, да? Понятно. Центр связи — это там, где меня спалили, начали кричать: чужой, чужой. А какой же, чужого вы еще не видели? Понятно, паника, истерика, короче. Люди умирают. Ну ладно. Перепуганная девушка тут что-то тут разоралась. Все сюда. Здесь какая-то еще девушка ходит.
Ксеноморф бы вышел. А где эта мадам, которая орала? Или ее уже здесь нет? Ну, хорошо. Написано сюда. Ну, сюда. Ага. Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. А, это та мадам, которая... Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Давай меняй элемент данных. Найти электрические детали и помочь. Ну что, я тут должен что-то ходить искать? Я уже могу встать? Мадам убежала, перепутала, да? То есть у меня как бы что-то нету, да? Я там взял все, что было. Блять. Не надо проверять. Лучше сразу ее пристрелять. Да не надо пристрелять, лучше вообще сюда не ходить. Вон там, она внизу была. Да-да, я была там внизу. Идите, был там, идите туда. Ну что там? Нету никого. Все равно нужны еще припасы. Оружие, еда. Да, 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 да. Все. Так что валите отсюда. А в прошлой жизни сейчас начиналась бы моя смена. Так, этот ушел. Давай совсем уходи. Это еще что? Нет! Он мне что, запуск увидел, что ли? Или его там убили? Показалось, видимо. Показалось, показалось. Вы свалите отсюда вообще? Или как? Жуть, а? Я охренею, Клава в этом кинозале. А можно мне где как-то... Вот теперь я и правда ненавижу Сикса. Со спины подкрасться, ёбнуть меня чем-то тяжелым на спине. А, вот это. Да, блядь, да я тебя... Ну, главное, что ничего не могу сделать. Ну? Ага. Выход к центру связи Sixon Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Я пока ничего не понимаю, что я тут подбираю, зачем оно мне очень нужно. А, это спрятаться. Это что? Его нет. А! У меня есть такая кнопочка. Кнопочка называется подходишь сзади и
и наносишь нежный удар по голове. Дай сохранимся. Да ну все. Я по карте иду или куда я иду? Что-то я не по карте иду, мне кажется. Чё? А! То есть мне нужно зайти в терминал, подать энергию. Понятно. Потом только идти сюда. Заходим в этот терминал. Ну, включено. А что должно быть еще включено? Пожалуйста, не оставляйте вещи без присмотра. Система динамика. С этой стороны еще там. Здесь включено. Было. Что-то от беспорядочной кнопки нажимал. Там продолжить игру. Ой. Уважайте других пассажиров. Не мусорите в вагонах. Уважаю, уважаю. Что произошло в прошлый раз? Что сделать, чтобы опять включилась эта хрень? Все включилось. Не включилось. А после этого должно включиться, да? И после этого не включилось. Ага.
Понятно. Заскриптовано. Уходи с работы, забирай Клэр, лови кота, запрись с ними дома и жди меня. Нам надо перебраться в какое-то безопасное место, пока Сиксон не пришлет корабль. Видел тут соседа, не помню как зовут, он еще ходит в грязной бейсболке и мерзко пахнет. Кажется, он прятал за пазухой пушку. Ага. Ни с кем не говори. Как похоже, она пыталась подобрать путь к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Ты заменишь? Найти элемент данных и починить. Давай свалим отсюда пока что. Может, она просто убиралась тут, как мы? Может быть. Предлагаешь рискнуть и проверить? Ну да. Лучше сразу. Так, давай попробуем разобраться. Не с этим. Да иди ты, блядь! Мари, слушай внимательно. Прямо сейчас уходи с работы, забирай Клэр, лови кота, запрись с ними дома и жди меня. Нам надо перебраться в какое-то безопасное место, пока Сиксон не пришлет корабль. Видел тут соседа, не помню как зовут, он еще ходит в грязной бейсболке и мерзко пахнет. Кажется, он прятал за пазухой пушку. Ни с кем не говори. Как можно скорее возвращайся домой. Я скоро буду. Ну хорошо. Да, пару проблем, там проводки перегорели. Да я сейчас починю вообще. Понятия не имею, как это делать. Где мой инвентарь? Что куда чинить? Устройство не работает. О, а у меня есть хрень. Открывачка. Это я зашел отсюда, оббежал по кругу и спустился отсюда. А это он с этой стороны, короче, закрылся и думал, что типа он спрятался. А его с той стороны обошли. Понятно? На транзитной линии запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения. Так, мне что-то там с аптечкой надо делать, короче. Вы можете передать нам отзывы и предложения, заполнив анкету. Уважайте других пассажиров. А мне, по-моему, аптечка уже... Вагоном.
готово, да? Еще вот сюда как-то надо. Вещество. А что оно перескакивает? О. Так, щелкните, чтобы создать. Но я предмет создал, теперь мне надо его как-то применить. Аптечка. 1.6. Нажать LKM создать. Не создавать я не хочу. Создавать у меня. Сотрудники компании Севастополь Транзит. А, использовать. За то, что пользуетесь нашими услугами. Пожалуйста, не оставляйте вещи. А у меня еще есть аптечка? Нету. Так, а что мне с этими? В проводки перегорели, там пару пустяков, каждый я сейчас сделаю, еще без проблем. И дальше что? У них зона видимости. Так, они разошлись. То туды, то... Кладбище. Да, ты прав. Твое кладбище, если ты, конечно, не успокоишься, придурок. Думаешь, что... Вот. Народ, у нас гости. Блядь, да вы заебали, блядь! Я только аптечку себе сделал! Я не знаю, что ты делаешь. Только себе аптечку сделал. Здесь заскриптовано. Здесь, короче, невозможно пройти. Не подходи! Эй, сюда! Тут кто-то есть! Так. Она побежала искать. Того, кто ей поможет. А я куда побежал? Вы можете передать нам отзывы и предложения, заполнив анкету. Я что, правильно побежал? Что, что за хрень? Поэтому пока она там сходит с ума. Или...
какой-то жетон. Так, мне кажется, вот что-то мне так кажется, что здесь так все сильно заскриптовано, что эта мадам с друзьями прибежит только тогда, когда я возьму файер. Возьму эту фигню, короче. Я так понимаю, правильно? Ну, очень тут так все заскриптовано. Поэтому пока я не возьму эту фигню, которую она там типа пыталась починить, а просто тут сейчас обыщу все, посмотрю возможности, варианты. Что это за щиток? Что он дает? Куда он там? Энергосистема. Перенаправьте код, чтобы включить и отключить системы, находящиеся рядом с вами. Система подпитывается этой точкой энергии ограниченной мощности. Отключив один, вы можете включить другой. Чтобы узнать, что где находится локальная система, изучайте карту на правом экране с помощью маус. Ага. Получайте доступ к новым секторам, управляйте, отвлекайте внимание врага и экспериментируйте в системе. Севастополь для этого поможет вам достигнуть цели. Ну, хорошо. То есть мне тут проще всего, я не знаю, если я включу этот очиститель воздуха, то что произойдет? Так, система динамиков, нестабильная система, очиститель воздуха. А что я сделал? А что так темно? Так, подожди, я вроде включил очиститель воздуха. Вкалы. Я же вроде уже включил очиститель воздуха. Оно все равно тут затуманилось так это все. Ну, поэкспериментируем, пока там эти скриптуются. Где этот чудо-ящище? Тут так все затуманилось, что же ничего не вижу. А вот он. Так. Теперь динамики тут скрипит, да? Это что за фигня тогда получается? Еще. Нестабильная система. А, то есть. Не вижу никакого эффекта. А, энергия недоступна.
Мне надо сейчас еще энергию перенаправить. То есть это сейчас есть энергия на очистителе воздуха. Нифига не могу понять. Ну да. Воздух очистился. Наверное, мы попробуем сюда свалить потом. Сейчас. Походим здесь, поищем. Это у нас еще, понятно. Пока что. Пока я не возьму эту хрень, здесь, я так понял, все так заскриптовано, что никто здесь не появится. Только я возьму эту хрень, сразу же тут появится мадам, да? А, это тот же щит. Да иди ты. Так что пока тут... Похожу, посмотрю тут все, облутаю, скажем так, обсмотрю. И потом... Необходим утром. Так у меня уже сколько всякого... Сколько жетонов я уже под... Это я понял. В общем, смысл игры в том, что самый большой враг здесь люди. Так, значит, я беру, бегу сюда, сюда. И в канализацию. Тут в канализации. Воздухоочиститель. Ага, значит, я сюда так. Значит, бегу и бегу и беру, бегу туда. Так, хватаю. Ага. Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. И, короче, бежим, 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 бежим. Вот сюда. А я упал, да? Если у меня безграничный рюкзак, я вообще не могу посмотреть, что у меня там есть.
конечно же, взять все. Нужен плазморез. Я вообще хотел аптечку применить, а не файл. Все, нет, да? Я могу как-то заменить. Мне не нужна сейчас аптечка в руках. Хватит уже искать. Они давно сбежали. Как заменить предмет? Предмет в руках заменить можно? Предмет.
Так, настройки. Игра. Команды управления. Вперед, назад, влево, вправо, бег. Пригнуться, прицел, выстрел, использование. Закрыть. И все, да? Зарядить пистолет, которого у нас нет. Подсмотреть shift. Хорошо. Выбрать револьвер 1. Выбрать дробовик 2. Выбрать огнемет 3. Выбрать болтер 4. Ага. Выбрать шокер 5. Следующее оружие. Колесо вниз. Меня тут все устраивает. Я ничего менять не собираюсь. Я хочу отсюда выйти. Пять у нас, по-моему, болторез. Шесть или чё? Я не... Что-то тут не работает. Или колесо вниз. Начиналась бы моя смена. Блять. Да ёб вашу мать. Дайте мне тюкальник какой-нибудь. Чё я с этой аптечкой-то хожу? Настройки. Игра. Команды управления. У меня болтер, по-моему, 4, да? Выбрать шокер 5. Следующее оружие — колесо вниз. Предыдущее — колесо вверх. Фонарь F. Карта Tab. Tab влево, Tab вправо. Вернуть исходное значение. Не изменял я схему управления. Не изменял я схему управления. Четыре у нас болтер должен быть. О, спасибо. Все. Я вздрагиваю от каждого шороха. Откуда взялась та тварь? Пошел ты, блядь. Я других методов не вижу. Ходить бояться — это не мое. А что меня опять эта хрень в руках? Где труп? Угу. Аля. Это дебил. Надеюсь, так и будет смотреть с той стороны сюда. Очень на это надеюсь.
Ну, ну что, с дебилами по-дебильному. Я же пытался с ними сразу поговорить. Они сразу давай меня, блин, атаковать. Ты не смотришь в ту сторону? Ну, молодец. Здорово, придурок, блядь! А пистолет можно я возьму? Твой. Извини, мадам, ну. Сенсор Fire, патроны для револьвера. А дайте мне, пожалуйста, револьвер. Пожалуйста, дайте мне револьвер. Так, ладно. Револьвер мне не дают. Еще кто-то? Мне послышалось. А, вон ты где, блядь, а? Давай я подожду, пока ты успокоишься, а потом приду, когда ты успокоишься, и тебе проведу над тобой такую же операцию. Операция называется взмах. Так, тут еще чужой где-нибудь может выползти, надо и это понимать. В любой момент. Все? Так, пошли этого дятла, ёбни. У нас что-то есть на карте? На карте у нас, в общем, найти элемент данных и починить устройство. Хорошо. Ну, а на каком этаже? Больше, конечно, похоже на этот этаж. То есть мне как-то сюда надо пройти. Какой-то этаж-то хоть. Выше, ниже. Другой этаж. Так, точка сохранения. Хорошо. Это у нас что такое? Важное. Там что у нас? А, там видеозапись, что ли. Предмет закрыто. Энергосистема, лестница, место резки. Выход из зоны, точка вот так. Вход по пропуску. Кодовый замок. Личный терминал. Система безопасности. Энергосистемы. Это что? Выход из зоны. Что там, успокоилось все? А вон он ходит. Я вообще... Ой. А он там один? Или их там двое? Не могу понять. А, их там двое. Хорошо. А их здесь много? Ну все, ушел. Хватит искать. Сюда! Тут убитый! Если вы сейчас отсюда не свалите, здесь будет больше убитых. Понял. Тут кто-то есть.
Нету здесь никого. У нас тут гость. Да, блядь, нету тут никого! Да они уже успокоятся, а? Что я не знаю, что с ними делать. Давайте здесь взглянем на карту. Не знаю, может уехать отсюда. Всякий случай открою, короче. Сохранюсь и свалю отсюда. А все. Так, тыкнем кнопочку. Вызов машинки и спрятимся в ящичек. А тут вот, при вызове машинки, пожалуйста, не оставляйте ящик. Какая-то хрень иногда вылазит со спины. Подождем, пока музыка успокоится, и пойдем дальше смотреть. Музыка успокоилась. Ага. Лифт пришел. Поехали куда-нибудь. Куда-то поехали. Штабу службы безопасности и жилой зоне. Не та кнопка. У меня смутное сомнение. Да, мне пистолет не дают, дали бы мне пистолет, я бы уже так тех бы уже всех перемочил. Черт, вы слышали? Испытывай судьбу. Нет, вы не слышали. Да сваливаю, сваливаю. Все, я понял, блядь. Придурки одни, блядь, со всех сторон меня окружают. А это клей, а это что?
Ну, жетон же должен открывать какие-то проходы. Хлам. Да здесь, короче, эти факины, да? Да. Да. Понятно. Где здесь можно спрятаться? Потому что здесь звуки мне не нравятся. Здесь нет шкафчиков. Здесь опять появится эта хрень. Или не появится? Все, я здесь везде облазил. Был там, кроме тех троих. Эти трое, походу, не договариваются, да? Так, а мне вообще сюда. Цель. А, ну пошли сюда. Да, правильно иду? Ну, почти правильно. А, то есть мне, короче, на этот, наверное... На вот этом лифте, да? Ну, давай, поедем. Так, и тут... Понимаю, тут шороху сейчас может быть. Как в прошлый раз, да? Посижу, я не знаю. Отсюда может вылезти. Блять. Паника, истерика, блядь. В прошлый раз, когда лифт я ждал, какая-то хрень вылезла непонятно откуда. Все, да? Бежим отсюда. Звуки такие пугающие. Сначала я их не боялся, пока вот так вот. Поехали. Значит, мне на технобашню Лоренс. Выход
центру связи Sixen Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. К этим придуркам. Ну что с ними делать, а? Найдите элементы данных и почините УРД. Так, надо, в общем, думать, как это УРД чинить. Где, блядь, моя хуйня, блядь? Ну что там, дверь открывать? Выход к центру связи Sixen Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Я не понимаю логику игры этих людей, которые вот здесь вот. Логику.
Че вы тут тусуетесь, а? Сюда, скорее! Хотя, в принципе, там все облазил. Я вообще-то хотел другую кнопку нажать. А можно не аптечку, а и не файер. Они меня палят. Кто-нибудь это видел? Нет. Блять, пошел нахуй, козел. Да. Пидор, блядь. Дайте мне аптечку. У меня есть еще эта аптечка? Или у меня аптечек нет? А, аптечка ноль, да? А, могу сделать. Сейчас я аптечку сделаю сразу же. Подожди, еще, блядь, не это. Я еще аптечку не применил. Где этот второй? А где второй? Я ж второго убил. Что за опять скрипты, да? Опять скрипты. Опять заскриптовано. Аккумулятор.
пистолет уже висит в воздухе, а я взять его по-прежнему не могу. Еще один пистолет висит в воздухе. Вот игра забагованная. Тут пистолет висит. Этого огнемет обещали. Атмосфера ужаса. Здесь, говорят, самое безопасное место, да? Хотя эти, блин, о, а у вас тут весело. Сенсор какой-то. Понятно. Самая большая опасность в этой игре не сколько чужой, сколько вот эти придурки типа люди. Не работает. Вот плазморез у нас лежит. Пистолет в воздухе валяется. Плазморез здесь везде лежит. Звуки непонятные. Сюда я вылез. Отсюда залез, отсюда вылез. Отсюда залез, сюда вылез. Или нет? Или я отсюда залез? А отсюда тогда что? А, тут просто несколько ходов. А, понятно. Это все единая система. Я понял, все. Так, здесь вниз, короче, уже нечего делать, да? Нечего сделать, нечего сделать, устройство не работает. Это все тоже не работает. Сюда не работает, туда не работает. Здесь не работает. Здесь тоже, похоже, ничего не работает. Если бы здесь ходили еще зомби какие-то по коридору шастали, у меня был пистолет какой-нибудь,
как в Резиденте. Это было бы, наверное, интереснее. А тут то какие-то придурки люди шастают. У меня пистолета нет. Че, уже не работает? Как я сюда попал? Как-то же я сюда пришел, правильно, да? Как-то же я сюда пришел. И оно все работало. Не ту кнопку. Да, 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 да. Кровь. Ага, отсюда оно вылазит, да? Значит, дырочки поворачиваться спиной не будет. Что у нас на карте вообще? На карте у нас ничего нету. А, на карте у нас здесь большим кругом обозначено. Это здесь я должен его искать? Так, я сохранился, да? А как я узнаю, что я нашел то, что мне нужно? Не три... О! Да неужели мне дали револьвер? Да неужели? Да смерть вам всем, ребята. Да неужели мне это дали? Чё это? А, энергии нет. Да неужели мне что? Что это такое? Пропуск еще какой-то. Хорошо. Револьвер и пропуск. Какие-то двери, которые... Давай сохранимся, а то... Что значит подождите? То есть я взял пистолет, взял револьвер, теперь сохраняться нельзя. А я бы сохранился. Потому что тут в любой момент сейчас может выскочить какая-то хрень, блядь. Вон оттуда, например, сверху. Устройство не работает. Ух ты! А я могу чужого завалить? Этого неоморфа. Чертеж чего-то. А он просто расстрелянный, по-моему, да? Да, просто расстрелянный. Да тут, походу, все скоро будут просто расстреляны. Тут я уже, наверное, народу больше перебил. Народу, чем сам этот неоморф. Не знаю, сколько этот неоморф убил, но я уже четверых, по-моему, или пятерых убил. Еще не такие придумки. Так, здесь все обыскал, да? Нет, еще было зеленый. А, вот еще тут. Файер. Файер — это для отвлечения придурка, но по-другому их не назовешь. Тут еще есть вероятность встретить
положительных к общению людей или нету никакой? Что это? А, уже можно, да? Спасибо. Спасибо, что дали мне возможность сохраниться. Прятаться я пока не хочу. Так, ну что-то я, короче, подобрал. Пистолет. Теперь вот этих придурков могу мочить просто вообще вот так вот. Бам-бам-бам, и все. Да ну ты не помнишь. Гай, ты меня так-то. Самописец. Что? Что? Нет. Да что тебя? Не ломай. Так. Чем ломать? Санкционированный доступ. Аварийная блокировка. Ожидайте проверку. И кто сейчас придет в качестве проверки? И кто сейчас придет в качестве проверки? Че, к чему это вообще? Кто сейчас придет в качестве проверки? А? Заходи давай, проверяющий. Кому здесь разрешено дано право проверять? То есть здесь двери, короче, перекрыли, типа несанкционированный доступ. И ожидайте, сейчас кто-то придет, вас будет проверять. Ну, кому дано право меня здесь проверять? Открывайте двери. Давайте двери открывайте. Кто там проверяющий? Ну-ка, попробуем. Что? Нет сигнала, индикация. Подключите к системе координат маус и введите... Показатель кода перемещения. Ну-ка, попробуем. Издевайтесь.
А, это я сейчас должен код подобрать. А что я должен сделать вообще? Да не, подожди. Шумка. Попробуем. Так, и чё? Короче, я немножко начинаю понимать. Неверный код 1, индикация. Так, то есть вот этот вот значок. Потом вот этот вот значок. И потом вот этот вот значок. Код принят. Так, все, проверяющих больше нет. Может тут где-нибудь сохраниться на всякий случай. Так, ну что-то тут уже появилось, получилось, какое-то движение началось. Жетоны какие-то непонятные подбирают. Какое-то движение началось, какой-то вроде интерес к игре появился, когда уже пистолет дали. Так все начиналось туго. Так, ну ладно, пошли дальше. У меня тут уже есть индикатор. А, ну давай. Так. Так, тихо, 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 тихо. Так, тихо. Открывай дверь. Хорошо. Я тут сейчас все двери пооткрываю. Нет места! А у меня еще и место занято. Давай сейчас что-то сделаем. Так, аптечка, револьвер, дымовая шашка. А что такое? А что такое? СШГ. Ладно, сделаю аптечку, мне тоже не хватает, да? Файеры выкину. А сенсор этот вообще зачем? Так, пистолет, а так это хрень. А фаер как? А фаер так, да? Ну все, я место освободил. Все равно нет места. Ну я тогда не знаю. Прятаться. Что это такое? Слушай, ну послушай. Комиссия Бортон. Говорю с техподдержки. Слушайте, Уэйн. Этот самописец пуст. Я нарушил, бог знает, сколько соглашений конфиденциальности. Все зря. Там только логотип Вайл энд Ньютон и все. Вообще говоря, такой прибор сложно повредить. Так что, либо кто-то на борту Нострома нарочно удалил информацию, либо данные были повреждены еще до выброса. Может, теперь скажете, почему это было так важно? Не знаю. Вот самое ужасное в этой игре, что кроме придурков, у тех, которые стреляют всех подряд,
Так, а как мне отсюда выйти? Кроме вот этой музыки. Я больше ничего страшного здесь не вижу. Да ну блин! Чем оно меня опять к нему поворачивает? Так, подожди. Присутствие чужого там. Так. Трещит. Посидеть здесь, что ли? А может он вообще трещать не будет? Пугайте меня. Так. Так, значит, вот это. Потом вот это. И потом вот это. Открывай дверь. А? Так безопаснее. Так, ну я думаю, что на этом мы тоже эту серию остановим. Потом продолжим в следующей серии. Код кое-что уже нашли, в кое-чем уже разобрались, уже появился какой-то пистолет, появилась какая-то херня, которую дверью открывать можно, ну, в общем, пока что, пока...